Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы рассмотрим из каталога номер 4 топ-10. Это топ продуктов, которые я выбираю для того, чтобы рекомендовать, рассказывать о них, то есть мои любимые продукты, на которые я буду делать акцент. Я вам тоже рекомендую выбрать свои продукты, потому что вы лучше знаете вкусы ваших клиентов, их потребности и так далее. Заметьте, вот так, какими закладочками нужные странички, чтобы не листать длинный огромный каталог, и вам будет проще ориентироваться, сразу открывать нужную страничку и показывать по запросу вашим клиентам. Итак, поехали. Первая страничка, которую я выбрала, мне кажется, вы уже догадались, что это тушь новинка 360 градусов и вот The One. Эта тушь сейчас у меня на ресничках, мы записали отдельное видео с этой тушью, потому что она достойна вашего внимания. Смотрите, так, кисточка прямая, тут мы ее изгибаем в любую сторону. У нее удивительный точечный кончик такой вот, чтобы прокрасить все труднодоступные места. Она классно красит ресницы в плане удлинения и объема, разделения. Я довольна, вам тоже рекомендую попробовать. И в этом каталоге акция: при покупке этой туши вы можете выбрать любую помаду серии The One ультра кремовую 5 в 1 или с эффектом металлик большой скидкой. Не могу сказать, какая будет цена, но вы сами увидите это в каталоге. Итак, тушь у нас номер один в копилочке. Следующая страничка. Очень удобно, когда есть закладочки. Тональная основа. Почему тональную основу я выбираю? Ну, по крайней мере, среди моих близких, моих клиентов, это очень важный продукт. У меня нет такой знакомой, которая бы не пользовалась совершенно тональным кремом хотя бы по каким-то особым случаям, потому что тональная основа — это как белье, наверное, для девушки, да, то есть это подготовка кожи к выходу в свет, к макияжу. И самое главное, что тональная основа зачастую несет еще и защитную функцию, не только от солнца. Если есть защита от солнца, значит, будет указан SPF. Вот здесь, например, SPF 10, а здесь SPF 30. Итак, второе, тональная основа защитную функцию несет в плане защиты от внешней среды негативной, то есть вся пыль, которая поднимется сейчас в воздух, потому что весной тает снег, а вся грязь, которая копилась всю зиму, она оседает, ветром ее поднимает, и куда? На кожу. Поэтому когда мы наносим тон, то пыль остается сверху, и вечером мы смываем тональную основу вместе с этой пылью, она не проникает в кожу. Тональная основа приходит в коробочках, и вот так вот они выглядят. Что мне нравится? Тональная основа с дозатором, тоже очень удобно использовать, я не люблю в тюбиках тональную основу. И чем мне нравятся эти два варианта? Первая у нас адаптивная тональная основа Everlasting, так надо красиво взять, а вторая адаптивно матовая тональная основа. В общем-то, обе мне очень понравились. Вы смотрите, еще, может быть, вас интересует, чтобы SPF был повыше, тогда это будет SPF 30, или вы подберете себе по цвету в какой-то серии более подходящую. Я себе беру тональную основу холодный розовый 35782. Вот мне она очень подходит, кожа светлая-светлая, синим подтоном, поэтому всевозможные бежевые, теплые оттенки мне совсем не идут, они очень сильно выделяются на лице. И, кстати, также я всегда обращаю внимание клиентов на помощники для нанесения тона. Я обожаю этот новый спонж, я сейчас как раз им пользуюсь, он такой мохнатенький и бархатный в то же время, им очень удобно носить тональную основу, по крайней мере мне он нравится больше, чем вот предыдущие были, или когда я наносила кистями. Одно время был такой тренд, мы прям пальцами наносили тональную основу, то есть так говорили нам косметологи, визажисты, но на самом деле спонжем удобнее всего, расход не увеличивается, тональная основа, но нанесение такое комфортное, и то, что удобно, спонж каждый день постирали с мылом, он чистенький. Так, далее я отметила мою любимую серию Swedish Spa. Это домашний салон спа с невероятными продуктами. Вы можете выбрать себе 1-2 продукта, например, у меня сейчас есть в наличии
два продукта. Один — это кусковое мыло массажное с прекрасным отшелушивающим эффектом. Мыло приходит такое запечатанное в пленочке, открою себе, хочу его сейчас. И смотрите, здесь прям есть специальные такие щупальца, и ими, когда начинаешь купаться, они достаточно уверенно делают массаж, то есть он такой прям получается жесткий и ощутимый. Если нанести это мыло, вспенить, оставить на коже на несколько минут, а потом начинать купаться, то вы увидите прям, как кожа сходит пластами, то есть мертвая кожа. Я очень люблю это мыло, всю серию люблю за ее аромат, мне он нравится. Я знаю, что есть люди, которым не очень нравится этот аромат, но не подходит, но это нормально, я же его очень-очень люблю и всем рекомендую. Следующий продукт, который у меня лежит, это заказала уже заранее подруга, у меня никак не встретимся, чтобы забрать, это крем-масло для тела. У него есть такая уникальная особенность, очень питательный крем, и его рекомендуют наносить на влажную кожу, когда вы выходите из ванны или из душа, не вытирайтесь насухо, немножко промокните полотенцем влагу, излишние капли, и сразу наносите этот крем. Он будет легче распределяться, потому что он такой густой-густой, и лучше будет напитывать, то есть он и влагу сразу заберет с собой, как это называется, запрет влагу в коже. Очень крутое масло, я его люблю. И один из самых моих любимых продуктов, конечно, скраб и вот эта маска. Маску я всегда заказываю заранее, вот буквально вчера открыла новый тюбик, сразу вам скажу, удобно то, что открывается вот так, густая-густая консистенция, то есть он прям настолько, видите, густой этот крем-маска. Мы наносим на кожу на ночь густым слоем, ручки на пододеяльник, даем впитаться, а если у вас есть перчатки, те, которые были в компании, сейчас, к сожалению, нет, специальные такие эластичные, хлопковые, то возьмите, нанесите толстеньким слоем эту маску, дайте немного впитаться, одевайте перчатки и пусть маска работает. Это будет самый волшебный эффект. У меня, кстати, есть такие перчатки, и иногда делаю. Какой эффект получается? Утром вы проснетесь, у вас кожа будет идеально мягкая, гладкая, уйдут все заломы, если они есть обычно вот в этих местах, где сгибы идут, кисти гнутся туда-сюда, здесь бывает очень морщинистая кожа, поэтому мазать кремы и маски не вот так вот только на кисти, а я их обычно прям вместе с локтями, чтобы локти тоже были ухожены. И вот посмотрите, какой будет крутой эффект. Это моя рекомендация, всем рассказываю с удовольствием про этот продукт и вам тоже. Следующая моя серия любимчик — это Beautanicals. Я, конечно, обожаю эту линейку. На 95% натуральный состав, содержит экстракт жимолости, который придает такую вкусную кислиночку, свежесть. Аромат у меня вызывает ощущение такого энергии, позитива, вот правильное слово, позитив. Чем мне нравится эта продукция? Конечно, состав классный, все такое супер, но мне самое главное — результат. И я его увидела на своих волосах, когда начала пользоваться шампунем и кондиционером, волосы как будто бы ожили, то есть они стали блестящие, живые, шелковистые, они легче расчесываются. Ну, это волшебное состояние. Я буквально вчера мыла волосы, я очень торопилась, и я не наносила ни маску, ни бальзам, у меня такие ужасные кончики сухие, посмотрите, это же просто кошмар. Когда я наношу кондиционер Beautanicals, держу буквально 5 минут, если есть время, могу подольше это сделать, потом смываю, у меня мягенькие нежные кончики, то есть они не выглядят вот такими сухими, как кукольные волосы. А так как волосы сожженные, понятно, что за ними нужен особый уход. Так вот, эту серию прям очень рекомендую и люблю. Обращаю ваше внимание, так что здесь будет выгодно брать в наборе, не знаю пока, насколько будет, какая цена. Следующая страница — это маски. О масках я буду говорить сегодня дважды. Первый раз, потому что на этой странице у нас есть маска, во-первых, здесь есть скраб,
Здесь есть маска тканевая глубокого увлажнения Optimals, далее маска очищающая глиняная и увлажняющая. У меня сейчас только вот такая есть глиняная маска, но она очень крутая. Во-первых, она красивая, когда наносишь, то это ну просто вот как спа процедура шикарная, практически без аромата. Такой чуть-чуть есть аромат, и она классно чистит, то есть все поры, то есть она делает поры, стягивает, потому что особенно вот у кого с возрастом становятся поры шире, это значит действует земное притяжение, кожи немножко растягивается, соответственно поры тоже растягиваются, их нужно чистить и собирать, и тогда их не будет видно, то есть будет эффект такой более молодой кожи. И я действительно это замечаю, когда смываю маску, лицо не только визуально вот более сияющее, гладкое, чистое, а оно как будто бы подсобралось и выглядит, конечно, гораздо лучше. И следующая маска увлажняющая, она такая полупрозрачная, гелевая, очень нежная, прекрасная маска для того, чтобы увлажнить шею, декольте и кожу лица. Помним, что маски мы не наносим на зону кожи вокруг глаз. Вы, может быть, удивитесь, но я из тех людей, которые не любят накладные ногти. Я их просто не люблю. Я очень редко, когда вижу маникюр, который незаметно, что это накладные ногти, и мне нравится, а в основном когда я вижу особенно грубую работу, честно, я не могу на это смотреть. Поэтому я предпочитаю, лучше, я говорю всегда, лучше я буду перекрашивать каждый день новым лаком или одним и тем же каждый день, если он испортился. Но я не люблю то, что я сказала, и поэтому вот эта страничка, посвященная нашим ручкам, не только лаком, а еще мне безумно нравится вот этот продукт, средство для бережного снятия лака, снимает любой лак, даже блестки. Я помню, я покупала одно средство Magnit Cosmetics, недорого, в районе 100 рублей, одно средство Fix Price, такую огромную бутыль, там просто за копейки, то, ну, тоже где-то 70, может 55 рублей, и вот этот малыш. И я могу сказать на 100%, что ни то, ни другое средство не справляется с блестками, то есть их все равно приходится сдирать ногтями, потому что он растворяет только гель, в котором эти блестки плавают, а блестки остаются как запечатанные просто. И это же средство снимает любой вид лака абсолютно. Мне очень нравится, особенно когда я крашу какими-то яркими, ярчайшими лаками, и их тоже трудно снимать. С этим средством ничего не трудно. Вот, кстати, мой лак любимчик, он у меня сейчас на ногтях, если вы вот так посмотрите, да, это он называется цветущий клевер. Вот кто любит такие нежные варианты, чтобы было вообще незаметно на ногтях, был такой естественный блеск, то вам, конечно, нужно смотреть в нюдовые оттенки, они все очень красивые. А этот лак новинка, розовая фуксия, тоже я снимала с ним рилс, можно будет посмотреть в инстаграм. Яркий, сочный, летний. Чем лаки нравятся? То, что они быстро сохнут, наносить нужно один слой всего, достаточно, не полосит, сохнет хорошо, лежит хорошо. Ну, учитывая, что мои ногти вообще лаки не любят, не держат их, я бывает, что и 3, 4, 5 даже дней хожу с одним лаком. Для меня это победа, потому что у меня настолько быстро они все слезают, даже когда я пробовала наращивать гель-лак, это было ненадолго. Кстати, и еще хочу показать волшебную палочку, именно так я называю этот карандаш с кисточкой, для того чтобы поработать с кутикулой и ногтевой пластиной. То есть вот сейчас я делала маникюр, буквально просто помыла ручки, щеточкой почистила, отодвинула кутикулу, намазала вот этим средством, втерла, смыла и накрасила ногти. Все, это чудо.
мне нравится и всем рекомендую. Я не знаю, насколько его хватает, кстати, этот продукт я получала на обзор перед тем, как вышел каталог, еще это было, мне кажется, весной. Пользуюсь регулярно, он у меня постоянно лежит на столе, и я просто, когда смотрю какое-нибудь видео или «Доброе утро с Виктором и Катрин», я открываю и вот так вот делаю. Ну, то есть делаю это, бывает каждый день, бывает в день два раза по настроению, бывает перерыв какой-то несколько дней. И что я заметила, кутикула так не растет, она не сохнет, и я или смягчающим средством еще пользуюсь, но вот это, конечно, очень удобно. С собой в дорогу, кстати, беру, когда едем куда-то в машине, я знаю, что будем ехать долго, делать будет нечего, я сижу, обрабатываю кутикулу, чтобы она была мягенькая и не росла лишняя. Следующая страничка, я думаю, тоже это очень актуально сейчас, краски для волос. Краски у нас шикарные, да, они запахом неприятным, аммиачным, но они очень эффективные. Я могу по себе сказать, что они волосы не портят, они ухаживают за волосами, эти краски, потом на 100% закрашивают седину. И мне нравится то, что она не вымывается. Есть некоторые краски профессиональные, которыми я раньше пользовалась, красишь — эффект такой, что волосы как бриллиант переливаются, моешь раз, два, три, и смотришь, уже начинает смываться сильно краска, и появляется эффект, как будто выстиранные немножко волосы, такие вот поблекшие, бывает так с тканью, стираешь, стираешь, смотришь, так, уже пора выкидывать это платье, потому что потерялись вот эти яркие краски. То же самое с красками для волос, Oriflame не вымывается, 100% знаю, потому что раньше я пользовалась темной 3.0, темно-коричневой, и я бы точно увидела, что она смывается. На белый ты не поймешь, но по волосам видно, что они блестящие, живые, классные. А что хорошего в этой краске? Самое главное не сказала. Удобство использования дома. А я думаю, что сейчас для многих будет актуален вопрос, какие-то расходы, может быть, сократить или сделать просто себе, сэкономить время для работы. Потому что салонная процедура занимает много часов, туда нужно дойти или доехать, вернуться обратно и быть в салоне, пока там все это сделают и так далее. То есть у меня раньше уходило, бывало, и 5 часов окрашивания. Вы краситесь в салоне? Напишите, сколько часов у вас это занимает. Сколько я крашусь дома? Открываю, выдавливаю, в это время я могу смотреть какое-то видео или слушать что-то полезное, но это можно и в салоне делать на самом деле. Потом быстро смешала, наношу на волосы, заматываю, одеваю шапочку, хожу 35 минут, смываю. То есть у меня уходит на все про все около часа, всего-навсего, при том, что большая экономия по деньгам. И волшебная маска, ее нужно обязательно нести на полностью на все волосы от корней до кончиков и подержать, тут написано 3-5 минут, но я держу долго, а 2-3 даже минут, я держу долго, это лучше, эффективнее, поэтому подержите подольше, попробуйте, какой будет эффект. Следующая страничка — это все для наших любимых ног. Здесь, конечно, продукции очень много, я вам расскажу, что я здесь больше всего люблю. Ночной увлажняющий крем — это однозначно моя любовь, а, правда, здесь будет 75 миллилитров, а я в руках держу целых 150. Очень хорошо работает, ноги у меня очень сухие, у нас еще теплые полы, из-за этого кожа на ногах быстрее сохнет, я это прям заметила, когда мы стали жить здесь, и поэтому крем меня спасает. Пользуюсь практически каждый вечер на ночь, он быстро впитывается, этот крем, и классно питает ножки, прям очень люблю. Следующий продукт, который бы я тут рекомендовала, это освежающий спрей-дезодорант. Он просто необходим и зимой, и летом, в любое время года, потому что этот спрей помогает охладить ножки, дает дезодорирующий классный эффект. И самое мое любимое свойство — это вот когда летом жара, любой обуви все равно ноги потеют, могут, да, там отекать немножечко, то этот дезодорант очень классно работает, он убирает эту отечность и охлаждает. То есть чем жарче, тем от него холоднее. Попробуйте, тоже классный продукт. Потом обязательно скраб,
скраб очень хороший есть он тут, да, отшелушивающий крем скраб замечательный, и конечно же смягчающий крем для ног с черешней и миндальным маслом. Вот тут можно выбирать любой, конечно, крем. Просто хочу сказать, что если вы рекомендуете освежающий крем для ног, то помните, его на ночь наносить нельзя, потому что вы под одеялом будете согреваться, но ногам будет жарко, а он начнет охлаждать. У меня просто была такая ситуация, когда я еще не знала, я почему-то не подумала даже, что будет такой эффект. И я на ночь схватила первый попавшийся тюбик, нанесла, ложусь, начинаю согреваться и понимаю, что мне ноги становятся ледяные. А я не могу заснуть, когда мне ногам холодно, я не пойму, что происходит. И потом только до меня дошло, что это крем охлаждающий, и мне пришлось встать, вымыть ноги, и после этого я легла спать. Поэтому тоже на это обращайте внимание. И есть крем антиперспирант, то есть можно или дезодорант, или кремом пользоваться. Просто мне дезодорантом удобнее, особенно учитывая тот момент, что его можно носить даже через капроновые колготочки. Представляете? То есть он не будет оставлять пятен или какого-то дискомфорта доставлять. То есть я, например, бывает одеваюсь, уже выходить, а, забыла дезодорант, и я прям через колготки и побежала. Или в дороге, когда ноги отекают, можно из сумочки достать дезодорант, нанести на ножки прям через колготочки, подождать несколько минуточек, чтобы он как-то вот спарился, охладил ножки, и они на глазах прям сдуваются, и заново ныряем в туфельки. Это тоже было спасением один раз, когда я думала, что уже дальше идти не смогу. Так, следующая закладочка тоже маски. Это новинка, и это необычная маска. Она сделана из волокон, из переработанных волокон эвкалипта. Представляете? То есть масочку я уже использовала, записала, кстати, рилс, как ей пользовалась. Что отмечу? В ней очень много сыворотки. Очень много. Единственное, что мне не понравилось, да, может такое быть, что мне что-то не нравится, очень маленький разрез глаз и близко. То есть для меня, у меня не очень крупное лицо и глаза не крупные, у меня прям вот было вот тут маска заканчивалась, и мне было некомфортно. То есть на будущее я бы сразу вот надрезики какие-то сделала, прежде чем ее накладывать на лицо, и уже потом накладывать. Это я вам даю такую маленькую рекомендацию. Очень хорошо напитывает, увлажняет, и потом столько там сыворотки, что ее можно потом на всю шею декольте наложить, да, распределить, и лицо прям вот прям классно. А еще она пахнет персиками, прям как будто вот живой персик кто-то откусил, сочный такой, где-то ест один, а я стою, не понимаю, откуда, где взять тоже мне персик такой вкусный. Масочки будет две. Я рассказала про увлажняющие, вторая будет у нас, то есть первая разглаживающая, вторая очищающая тканевая маска. И я не могла пройти мимо одного продукта. Думаю, это всегда актуально, особенно к лету, когда мы моемся часто много, и расход гелей огромный, кто-то на дачу закупает такие большие объемы, потому что там всех много, все приезжают, и хотелось бы подешевле и покачественней. Так вот, это серия Discover, и гель у меня, например, неизведанная Камчатка в руках, 400 миллилитров густейшего, концентрированного, ароматного геля, который никого не оставит равнодушным. Здесь пломбочка. Вот. Все, 10 продуктов. Я надеюсь, это было интересно. Напишите в комментариях, полезный такой формат видео, продолжать его или не нужно. Второе, мне будет интересно, что вы выбрали в этом каталоге, потому что бывает даже со мной, что я пропускаю какие-то важные акции, какие-то моменты. Ну и это неудивительно, каталог такой огромный, и бывает такое, что что-то можно не заметить. И обратную связь. Что вы любите? Какие ваши любимые продукты? А может быть, что-то, да, по каким-то причинам вам не подошло. Даже когда вы пишете в такой формат комментариев, это тоже полезно, потому что, может быть, вы скажете, у меня, например, кожа жирная, мне это вообще не подошло, а вот это подошло. Или наоборот, у меня кожа сухая, и эти тональные основы мне не подходят совершенно. Я думаю, что это тоже будет полезно. Спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам отличного каталога, отличного настроения и до новых встреч. Всего доброго, пока-пока.